Ну вот, дорогие друзья, мы снова на пляже отеля Bridge Resort. Сегодня хорошая погода, 26 градусов, температура воды 21. Посмотрите, люди купаются, и купаются очень много. На завтра вроде обещают опять погоду такую, дождь, гроза. Пляж, видите, как видите, переполнен. Пляж полный. Так что лежат, загорают. Я уже говорила, на пляже крупная галька. Обязательно нужны пляжные тапочки, или как их называют, коралки. Без них очень-очень тяжело заходить в море. Николай Егорыч, как водичка бы уже? Все, отлично. Катают на бананах, на таблетках. Очень много людей в воде. Очень много людей купаются. Как видите, детки купаются. Ну и мы сейчас будем купаться, так что... Не только на нашем пляже, вот дальше там пляж, бархатные сезоны, там тоже очень-очень много отдыхающих. Отлично. Ага. Ну, давайте прогуляемся еще разочек по нашему пляжу. Вот, покажу вам, сколько здесь много отдыхающих. Люди купаются. Вот под этими тентами, вернее, под этой крышей, как говорится, это только отдыхающие отели. Ну, а тут на пляже могут быть и приходящие с других отелей туристы. И могут также быть отдыхающие с этого отеля. Тут вот есть катера, где вы можете купить экскурсию с выходом в море, с остановкой в море, где вы будете купаться, по-моему, 1,5 часа. И потом обратно вас привезут сюда, на это место, откуда вы сели. Есть вторая подушка, если что-то как-то не знаю.
Море сегодня такое тихое-тихое, спокойное. Квадроциклы. Тоже можно взять на прокат и покататься. Катамараны. Вот эти доски с веслами. Здесь пляж заполнен отдыхающими. Очень много купаются. Вода. Уточнили мы 22 градуса. Видимо, у кого-то градусник был, измеряли. Не та температура, которая на табло, там написано 21. А тут измеряли воду. Ну вот, заканчивается наш пляж. И начинается пляж отеля «Бархатные сезоны». Вот за вот этой спасательной вышкой уже пляж «Бархатные сезоны». И там, как видите, тоже людей, море. У них, конечно, грибки убрали, у них были грибочки, там он есть, но очень мало. А людей тут, по-моему, еще больше, чем на нашем пляже. Посмотрите, сколько людей. Сколько людей купается. А вот банан. На борт мы принимаем детей от 3 лет. Далее у нас весь возраст неограниченный. А также в прокате у нас имеется шайба для коллекции гидроцикл, Ямаха, у которого 170 машинных сил, и полеты на барракуда. Это пляж «Бархатные сезоны». Ну вот, дорогие друзья, наконец-то мы с вами и прибыли в Олимпийский парк. И перед нами вот стадион Фишт. Видите, какой он красивый, как он рассвечен. Очень красивый. Ну а теперь мы сейчас вот музыкальный фонтан. Thank you.
На этом, дорогие наши подписчики, я с вами прощаюсь. Я надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на наши каналы. Тверской огородик, путешественники. Ставьте лайки. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Мы вам обязательно ответим. Ну вот и все, пока. До свидания. Всего доброго вам.